Привет! Сегодня блоки Rock Exotica будут у нас в виде нескольких изделий. Значит, компания Rock Exotica изготавливает блоки Omniblock в трех в данный момент размерах. Это 1,1 дюйма, 1,5 дюйма и 2-дюймовые. Самый большой 2-дюймовый... Нет, это не 2-дюймовый. Самый большой вот этот, да, 2-дюймовый, он имеет вот этот приступчик для того, чтобы использовать блок с прусиком из репшнура. Это позволяет очень хорошо и корректно осуществлять с помощью прусика фиксацию полиспасной системы или просто системы подъема груза. Узел упирается в этот приступок, и он хорошо фиксирует веревку без лишнего люфта. Я соберу на руках сейчас быстро полиспас, чтобы просто было понятно, как это достаточно быстро делается. А потом постараюсь также на весу собрать традиционный полиспас, точнее не традиционный полиспас, а полиспас на базе вот традиционных принятой системы технологического изготовления блоков двойных. Там, где нету этого свойства заправки веревки, не снимая. Заправки веревки просто в сам блок. Все готово. Это раз. Значит, почему хорошо, когда вертлюги встроены в блоки? Это позволяет максимально сделать полиспас компактным. Важно, когда нету большого расстояния и когда нужно максимально поднять груз, а уже места нету. Я обычно здесь карабин использую не такой, а маленький, но для того, чтобы еще более сократить. В данный момент сделал уж так. Взял для примера самые распространенные, кстати, неплохие весьма блоки. И эту штуку я сейчас попробую изобразить с ними в таком же варианте, но сразу хочу сказать, что это такая на удачу история, получится, не получится. Сейчас я уже отпускаю его, он в принципе теоретически может упасть, улететь. К тому же я уже неправильно сделал, потому что вот это сделано явно неудачно. Что это такое? То есть мне страшно, что он раскроет щечки и блок в результате приземлится на дорогостоящую машину марки, например, BMW. Я сразу достал вертлюг, чтобы продемонстрировать разницу в габаритах в собранном состоянии. В общем-то, в принципе, все то же самое, но здесь гораздо все выглядит цивильнее. Разница в деньгах, в общем-то, немалая, но с учетом того, что встроенный вертлюг, система защелок и надежность, конечно, потому что высокоэффективные достаточно подшипники установлены в блоках Rock Exotica. Но здесь есть выбор, есть решение и есть размышление. Что кому нужно, кто-то скажет нафига, а кто-то скажет, да как вообще без этого можно. Чё, нормальдык? Тогда пойду.